Всем привет, с вами Алексей из Харькова. Хочу рассказать, значит, 20 января и обещают сильные морозы, минус 20 и ниже. Поэтому я хочу показать, как я подготовил свой фундук каталонский к зиме. Фундук каталонский мне прислал Тарас. Тарасу огромный привет и спасибо большое. Значит, здесь идут одна- и двухлетние горизонтальные отводки. Значит, поехали. Первый куст. Высота где-то, ну, 30 сантиметров после обрезки. Я его не укрывал, так и оставил. Он засыпется снегом частично. Ну, это эксперимент, скажем так. Риск. Посмотрим, как он себя поведет. Следующий куст. Он тоже двухлетка, он высокий, и я не обрезал верхушку и полностью его хорошо укутал 50-м агроволокном, ну, слоев 4 как минимум, а то и больше. Это все пройдет до ранней весны, потом я это сниму, и если будут возвратные заморозки, то я закутаю уже в один слой. Почему? Чтобы... Я слышал, есть информация, что если много слоев и тепло, могут почки проснуться. Нам это не нужно, естественно. Так, следующий кустик. Все близко к забору, потому что, ну, как бы, и места не хватает на экспериментальном участке. И, я считаю, для размножения это вполне достаточно. Они куплены в основном, будут использоваться для размножения. Так, следующий кустик, где-то 30-40 сантиметров. Маленький штамбик, вполне достаточно, чтобы его засыпало снегом. Поэтому я его не укрывал. Следующий малыш, то же самое. Не укрывал. Так, следующий. Следующий, высота где-то в районе... 1,30 м, и он однолетка с хорошей корневой. Я его не укрывал, это эксперимент, посмотрим, что будет. Возможно, он замерзнет. Ну, чем-то надо рисковать, надо испытывать эти сорта, как они себя ведут после из Польши прямо в нашем климате. Следующий, ну, сантиметров 70, хороший кустик, я его укутал. Еще пару слов. Вот этот большой, самый высокий куст, который я укрыл, на нем есть сережки, поэтому я его очень хорошо укутал. Здесь тоже хорошо укутано. Следующая высота где-то, ну, сантиметров 60, не укрывал. Следующий малыш, маленький штампик. Здесь будет снегом засыпано, я не переживаю. Это сделано по технологии 30-40 сантиметров и над почечкой обрезал. Тоже не переживаю, скорее всего, снегом заметет, все нормально. Однолетка, высокий, хорошо укутал. Укутал, то есть посмотрим, как он поведет себя в укутанном состоянии. И три штучки со слабой корневой. Вот они рядышком, я их хорошо тоже укутал, на всякий случай. Надеюсь, все будет хорошо. Рядом наши отечественные морозостойкие сорта. Вот. Это у нас пирожок. Вот. И это вот у нас малыш Боровского. Даже тут что-то какие-то сережки пытался. Вот. Ну, он немножко ослабленный, пересадочка была. Но я его не укрываю, так как в этих сортах я больше чем уверен, не раз уже экспериментировал, они выживают в абсолютно в любых условиях, так они ранированы именно для нашей местности, дают хорошие урожаи. Вот, их тоже можете заказывать, они будут дешевле, цена где-то 50 гривен. Всем спасибо, кто смотрел, хороших урожаев, хорошего бизнеса, экспериментируйте и не зажимайте опыт, делитесь, потому что очень тяжело дается информация, нет информации, все приходится на собственной шкуре проверять, а, к сожалению, на это уходят годы. Поэтому давайте делиться. Всем пока, звоните, пишите и не забывайте про комментарии и лайки. Подписывайтесь на канал, с вами был Алексей, пока.